заслуженная победа. Что не получилось сегодня у команды? Команда соперника играла от обороны, было тяжело ее взламывать. Были полумоменты, хорошо реализовали пенальти. Так было тяжковато все. Но кубковая игра получилась, как говорят, внутри кубковая. Обе команды старались победить, выйти в следующий раунд. Прошлую игру чемпионата провели легко и, можно сказать, непринужденно. Так ли действительно силен был сегодня Локомотив? Ну я опять же повторюсь, команда закрылась, было тяжело. Созидать впереди, много сил тратили на прессинг. Хорошо забили, победили, самое главное. Пришлось забить пенальти для футболиста. Главнее пенальти или все-таки игра? Или не важно? Мне главное, чтобы команда моя побеждала. Как голы забиваются, главное, чтобы на табло. Самое главное.